До Дніпропетровська скоро завітає відома фотовиставка «Переможці». У ній будуть представлені світлини бійців, які втратили кінцівки. Цей проєкт демонструє, що люди з протезами – повноцінні члени суспільства, і вони можуть жити повноцінно. Автори вже анонсували, що виставка побуває у США та Канаді. Відгукнулися організатори на запрошення губернатора відвідати наше місто. Коли і де ми зможемо побачити експозицію, знає гостя нашої студії, радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольга Горб. Добрий вечір. Здравствуйте. Давайте розповідати, хотіла сказати, розказувати, як родилась ідея цієї виставки, хто і, собственно, воплотив її. Ну, ми пытаемся поддерживать все-таки флаг первенства, да, в Днепропетровскую область, приглашать максимально быстро вот все такие значимые мероприятия, которые проходят в Украине. И в том числе у нас достаточно быстро была поддержана наша инициатива Центра помощи участников АТО губернатором Валентином Михайловичем Резниченко о том, чтобы пригласить выставку «Переможці» к нам в Днепропетровск. Поэтому 5 марта 2016 года в историческом музее мы открываем двери нашей выставки «Переможці». Как вы уже сказали, на выставке будет представлено практически 30 полотен, 8 больших экспозиций и 22 мольберта, на которых рассказывается история наших ребят. Обычные ребята, которые в течение 2 лет защищали нашу родину, они находились в зоне АТО, и, к сожалению, их война закончилась тем, что они сегодня дома. Но что очень радует, эти ребята, они очень сильно отличаются вот от обычных нас. Дело в том, что они не требуют сочувствия, они требуют поддержки. И они согласились на этот проект не для того, чтобы показать, насколько больно или насколько невозможно жить с протезами. Наоборот, они хотят поддержать то общество, которое у нас есть. Проект задумывался достаточно давно. Куратором и организатором фактически этого проекта выступила знаменитый волонтер и в гражданской жизни ведущая ТСН Соломія Вітвіцька. Буквально с первых дней военных действий Соломія посещала Киевский военный госпиталь, и она практически всех этих ребят знает поименно. И вот тогда и родилась идея о том, что ребят нужно поддерживать в самом начале, еще на моменте реабилитации. В Украине, к сожалению, за вот 23 года нашей независимости не было вообще разработано курсов реабилитации, и в том числе по ампутантам. Идейным вдохновителем и главным спонсором фактически выступила студия 1+1 и телевизионная служба ТСН. Также у проекта достаточно много благотворителей, которые помогают в создании проекта. Это в том числе американский фонд Safe Lives Together. Мы уже знакомы с Ириной Пилипенко. Вот практически 1,5 года мы дружим, общаемся. И уже не один проект с ними закрыли, в том числе и в Днепропетровской области. Также одним из крупнейших как бы спонсоров, да, потому что проект, с одной стороны, социальный, он должен донести до людей, какая есть проблема в обществе и какая есть государственная проблема по реабилитации, но в то же время ребят нужно поддержать и материально, потому что на реабилитацию требуется достаточно много средств. Поэтому выпущен вот такой вот специальный выпуск журнала «Вива». Он находится в продаже с 4 февраля, и все средства, вырученные от этого журнала, поступают непосредственно на счета благотворительных фондов, и дальше уже идут на реабилитацию. Он продается во время вот экспозиции, или его можно купить где-то в свободной продаже? Он есть, во-первых, в свободной продаже, во-вторых, можно будет купить непосредственно у нас на выставке. Да. Работы, уточните, работы, они на военную тематику или они о мирной жизни? Работы разные, наверное. Нет, вообще на фотографиях нет войны. Здесь на фотографиях ребята в различных, можно сказать, так, позах, да, потом, и это гражданская жизнь, они показывают свое величие духа. То есть выставку нужно увидеть. Ребят показали
насколько они сильные, насколько они мощные духовно, и ты понимаешь о том, что даже у таких людей есть огромная сила духа к дальнейшему развитию и к жизни. Поэтому мы хотели бы этот проект сделать максимально социальным, и чтобы его увидели в первую очередь дети, наша молодежь, и понимали, что нужно прямо сейчас формировать свою цель на будущее. И поэтому мы предлагаем школам, родителям, учителям рассмотреть возможность привести своих детей непосредственно на выставку. Она бесплатная, можно прийти с 10 часов утра до 17:00 будет открыта выставка, без выходных, в любое время. Есть возможность прийти непосредственно на саму выставку и там посмотреть. Если есть желание записаться отдельно, можно будет письменную заявку сбросить мне на электронную почту, она указана на сайте обладминистрации, либо же связаться с нашим центром помощи участников ОТО. А вот я слышала о том, что волонтеры помогали, да, в сборе каких-то средств для этой выставки, не только вот спонсоры, которых вы назвали, это правда? Да, это так и есть. Вот одним из крупнейших волонтеров является американский фонд благотворительности Save Live Together, Ирина Пилипенко, Тоня Левчук, да, вот они выступают сопроектантами, и они делают сборы непосредственно в Америке, но у них очень широкая география, насколько я знаю, там около 20 стран присоединялись к проектам по сбору аптечек, по сбору медицинских рюкзаков, и девочки здесь очень серьезно откликнулись. Поэтому, ну, такой мировой проект получается на самом деле. Ну, да, но в первую очередь это будет за границей, да? Все-таки я понимаю, что на сбор средств рассчитывают организаторы. На самом деле проект был очень хорошо принят в Киеве, и у нас действительно получилась такая хорошая ситуация, мы мгновенно отреагировали и пригласили ребят приехать к нам в Днепропетровск. За нами выстроилась очередь из других областей Украины, выставка после нас едет в Харьков, в Николаев, в Полтаву, так что помимо европейского турне и там более в далекие места, там Канада, Америка, выставка объедет практически всю Украину. Ну, вы сказали о том, что необходима социальная реабилитация, это действительно очень важно, но мы все понимаем, что вот реабилитация вообще человека, который вот попал и оказался в такой ситуации, она зависит от того, насколько качественно будет проведена ему там проведено протезирование, да, насколько он там сможет найти потом себе занятие, профессию, работу, да, возможно. Вот что в этом направлении? Как вы думаете, что необходимо делать в первую очередь? Ну, тут я, конечно, не медик, и как бы многие вопросы не могу осветить, но то, во-первых, что это мы уже деньги знаем на протез, это на качественный протез. Мы должны понимать, что война, вот период АТО, конечно, Украину сдвинул с достаточно такой устоявшейся костной точки, и за эти два года мы сделали огромные шаги. Обществу, наверное, со стороны кажется, что практически ничего не меняется, но на самом деле, вот если проанализировать, что происходит, есть значительные сдвиги. Во-первых, Украина, насколько я знаю, раньше протезирование делала исключительно из украинских материалов, наши протезы были достаточно тяжелые, и в них было очень сложно передвигаться. На сегодняшний день уже и Харьковский завод протезирования, и Киевский, они начали переходить на современные материалы европейских образцов, и даже наши украинские протезы, они за вот эти, ну даже не два года, а последний год, они уже значительно изменились, и на самом деле протезирование в Украине необходимо развивать. Помимо ребят, которые у нас пострадали в зоне АТО, мы должны понимать, что гражданское, несчастные случаи, их же никто не отменил. У нас все равно происходят ЧП, да, не аварии, производственные травмы, поэтому этот вопрос достаточно
глубокий, и с ним его нужно развивать обязательно. Оль, давайте еще раз напомним, где и когда выставка. На сегодня будем прощаться. Я думаю, что мы еще услышимся обязательно. 5 марта в субботу будет официальное открытие выставки. К нам приезжают киевские гости, даже не гости, а организаторы проекта. Приезжает Соломия Ветвицкая, приезжает несколько ребят, которые есть на фотоснимках, которые у нас будут проектироваться. Также приезжает журнал «Вива», то есть они являются одними из организаторов. И будет специальный гость Светлана Тарбарова. Это, я считаю, что уникальная тоже девушка-волонтер, которая поет, она ездит сейчас очень активно по передовой, поддерживает ребят. И вот Светлана тоже согласилась приехать на открытие нашего проекта. Поэтому 5 марта мы приглашаем всех желающих на выставку, ну и не только 5 марта, потому что с 5 по 31 марта выставка будет работать ежедневно с 10 до 17 часов. Спасибо вам за то, что пришли, рассказали, и удачи в проведении этого проекта. Вам спасибо. Я ще раз дякую нашій гості, радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольга Горб.